Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор, и сегодня мы будем открывать пасхальные Kinder Joy. Надеюсь, с ними мне повезет больше, чем с обычными пасхальными Kinder сюрпризами, которые я уже открывала. Ссылка будет в описании. А здесь у нас будут крейзики. Крейзики в России уже тоже выходили, но здесь, по-моему, должны быть новые серии. Сколько серий, я пока не знаю. Сейчас с вами будем проверять, потому что последний раз, когда выходили Kinder Joy весенние с крейзиками, там были две серии, которые дублировали предыдущий сезон крейзиков. В этот раз, честно говоря, я еще не смотрела, какие там крейзики. Вместе с вами будем разглядывать и изучать. Обложек у нас в этот раз 4. Они у нас с кепочками. Почему с кепочками, не знаю. Обычно весенние Kinder Joy у нас с цветочками, в этот раз с кепочками. Видимо, потому что весна, шапку меняем на кепочку. Одна из кепок, кстати, с морским символом. Ну и давайте начинать смотреть. И рассмотрим сначала обложку. У нас вот здесь такая кепочка двухцветная, оранжево-желтенькая, с полосочкой голубенькой. И дата у нас от 11 января. Представляете, как давно их выпустили, а весна к нам только-только пришла. Ну и давайте уже открывать, не будем долго тянуть. И посмотрим. Так, нам попался крейзик, уже хорошо. И давайте смотреть, что за серия. Серия у нас действительно новая, и очень она мне напоминает Angry Birds, честно говоря. Кстати, по Angry Birds тоже выходила серия крейзиков, но в России ее не было. И значит, у нас здесь птички, и, собственно, будет просто крейзик, и к нему прилагается ленточка, точнее веревочка, чтобы повесить его на елку. Ага, и смотрите, он меняет цвет. Вот это здорово, нам попалась какая-то сова, наверное, это. И здесь у нас нарисовано, что она меняет цвет, что детали от крейзика можно менять местами, ну то есть с другими крейзиками, мордочку и ножки можно как бы чередовать. И также, что крепится веревочка, чтобы повесить на рюкзак или на елку. И вот так вот у нас выглядит наша первая фигурка, и видно, что она меняет цвет. То есть смотрите, вот сверху она более фиолетовая у нас получается, а снизу, где я старалась соединить эти детали, она такая более розовая. Проверять мы не будем, как меняет цвет, все и так видно. Фигурка достаточно простая, литевая форма у нас стандартная. И по-прежнему у нас прилагается веревочка, точно такая же, как обычно. Давайте смотреть дальше. Давайте рассматривать второе яйцо. Здесь у нас кепочка уже голубого цвета, однотонная. Точно такой же модели, только раскрашена только в один цвет. И нарисован здесь якорь морской, то есть это какая-то кепка моряка. И дата у нас тоже от 11 января. Давайте смотреть, кто внутри. Чем не люблю Kinder Joy, они иногда очень тяжело открываются. И давайте смотреть. Так, нам попался новый, но тоже без аксессуаров. Мне кажется, это тоже игрушка из этой же серии. Так, да. И серия у нас пока точно такая же, но игрушка, слава богу, новая. И нам попалась еще одна сова, но с другим выражением лица. Ну и цвет она у нас меняет с коричневого на красный. Вот тут видно, что тут более темно-коричневый, ну или темно-бордовый. А вот здесь вот такой ало-красный цвет у нас получается. Сова у нас достаточно чудным лицом, у нее один зрачок больше другого и удивленный ротик. Сова забавная, ну и собственно веревочка у нас тоже прилагается, только почему-то в первой игрушке нам завязали в узелок веревочку, а здесь просто положили прямую веревочку. Ну и давайте смотреть следующее яйцо. Здесь у нас точно такая же кепочка, как первая, только в других цветах. Оранжевый или желтый с голубым. Дата от 11 января. И давайте смотреть, что внутри. Такая же... Так, нам попадается такая же серия. Мне уже кажется, что серия там, в принципе-то, одна. Так, ну сейчас посмотрим. А может быть, это... Нет, это та же серия. Так, но птичка нам попалась другая. Правда, эта птичка мне издалека напоминает больше носорога, чем птичку. Как будто это вот не клюв, а рог такой здоровый. И у нас она меняет цвет с розового на то ли синий, то ли фиолетовый. Давайте смотреть.
Давайте сначала вам покажу панельку. Просто пока я соединяю, то видно очень сильно, как она цвет меняет. Вот, смотрите, видите, она сейчас синяя. Точнее, не синяя, она такого темно-фиолетового цвета. А когда я трогаю ее, она меняет цвет на розовый. Вот, смотрите, какая красота. И вот это вот крылышки, а это все-таки клюв, а не рог. Как мне показалось изначально. И давайте соединять. Соединяется игрушка достаточно просто, но тут надо приложить усилия, чтобы соединить ее плотно. Вот, и смотрите, к концу сборки она стала у нас совершенно розовая. И веревочку нам опять в узелок не завязали. И у нас остался последний вид обложки. Это зеленая кепка уже без каких-либо сегментов окраски. Ну, точнее, тут передний сегмент более желтый, а остальная она зеленая. Но это скорее блик, нежели сегмент окраски, мне кажется. Красная полосочка и никаких тут значков нет. Тоже от 11 января яйцо. И давайте посмотрим, кто внутри. Так, и смотрите, здесь у нас попалась уже брызгалка. Это у нас другая серия. И пока серии нам попадаются без доп. Аксессуаров. То есть без каких-либо крутилок, вертелок, пулялок. А просто сами крейзики. Первые у нас меняли цвет, а вот эти у нас являются брызгалками. И тут у нас вот эта вот акула, вот эта вот медуза. Вот это, наверное, кит. Вот это что-то типа рыбы, ежа, шара и так далее. А вот это я понять не могу, кто. Если поняли, то обязательно напишите в комментариях. Ну и давайте смотреть. Ой, нам попалась, смотрите, медуза. Просто нажимаешь на кнопочку, набираешь в нее воды, и она будет брызгаться. Этих крейзиков даже собирать не надо, они сразу идут целиковые и, наверное, они не разбираются, но за счет того, что у них механизм внутри. Вот эта кнопочка, на которую надо нажать, чтобы набрать водичку. И откуда оно брызгается? Вот здесь отверстие для того, чтобы водичка из него брызгалась. Такая достаточно удивленная медуза, но мне кажется интересно, что они стилизованы под конкретных животных. В общем-то, конечно, они не стоят тех денег, что стоит у нас Kinder Joy. Пасхальный, а это как минимум 99 рублей, ну 97, если по акции, а так 130, 125, 135. Ну, конечно, эта игрушка этого не стоит, но в принципе крейзиков я люблю. Ну и мы открыли половину яиц с вами, нам попались пока все разные игрушки, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, продолжим в том же духе. И давайте открывать следующее яйцо. Обложки у нас уже повторяются, и для любителей позвенеть яйцами, оно достаточно плотно набито и что-то там позванивает. Так, яйцо тоже от 11 января. И давайте смотреть, что внутри. Так, она попалась. Ого, это что-то новое. Новая серия, может быть. Сейчас будем смотреть. Да. По-моему, это новая серия. Да, смотрите. Но опять-таки, они без аксессуаров. Но единственное, что они сзади какие-то... Вот смотрите, как они сзади сделаны. То есть, как будто тут прорезинены. И ножки как будто прорезинены. Так, давайте смотреть, что за серия. Тут у нас тоже какие-то животные. Вот лисичка. Еще лисичка. Сами видите. И давайте смотреть, что она умеет. Это у нас, помимо того, что брелок... В общем, я разглядывала, я так и не поняла, что он умеет. Его вот тут прислоняют к телефону. Поставила на телефон, он не тормозит, ничего не происходит. Возможно, какое-то приложение есть, что он как-то должен синхронизироваться с телефоном. Не знаю, если кто понял, обязательно напишите, потому что я вообще ничего не понимаю, кроме того, что можно прицепить веревочку и повесить его на рюкзак. На этом мое понимание функции этой игрушки заканчивается. Ну, вот так вот выглядит игрушка. И с обратной стороны она вот такая вот нестандартная немножко. То есть тут черненькая, ножки у нас черненькие, личико обычное, наверное, это волк. Ну, естественно, прилагается веревочка, не завязанная в узелок. И осталось у нас 3 яйца. И есть вероятность, что нам попадутся еще новые игрушки. Так, давайте смотреть. Тут яйцо... Вот так вот звенит, если кому интересно. И, о, вот это да, вот тут много деталей. Слушайте, тут опять как-то много серий, как в прошлый раз. И даже 2 предупреждения. Так, серия опять новая.
Так, и чувствую, мне опять их не собрать. Кстати, я еще не собрала ни одной серии крейзиков полностью. Что касается тех, которые у нас шли, мне ни одной не удалось еще полностью собрать. И опять в этот раз много-много серий крейзиков. Опять чувствую, я их никогда не соберу. И здесь у нас какие-то северные жители уже. Пингвины, морские котики, моржи и так далее. И давайте смотреть, что они умеют. У нас какой-то саблезубый морской котик или морж это. И что он делает? А, и он просто стреляет вот этой вот шайбой. Ну, такого принципа игрушки у нас были уже в другой серии крейзиков. И давайте его просто соберем. Ну и вот такой вот у нас котик, морж или саблезубый тигр. Но не тигр это точно. И он зеленый целиком, без каких-либо цветовых пятен. И просто у него нарисована такая вот мордочка. К нему прилагается вот такая вот штуковина с креплением для крейзика, достаточно стандартным, точно такие же крепления были и в прошлый раз. И вот такая вот шайба с наклейкой. Тут у нас силуэт крейзика, на него наклеивается наклейка. Вот сюда шайба вставляется и за счет сжимания и сдавливания отстреливается. Вот так вот сжимаем и шайба улетает. И вот так вот игрушка выглядит в полном сборе. Ну и осталось у нас 2 яйца. И давайте смотреть, какие крейзики нам попадутся там. Яйцо, кстати, очень звонкое. Тут прям болтается игрушка. И у нас здесь продолжение серии с непонятными функциями. Игрушка другая. Тут у нас опять лесные жители. И опять непонятные функции. Я даже, кстати, не понимаю, что это за животное. Может быть, это медведь какой-нибудь. Ну и вот он, крейзик, тоже полностью желтый. С вот этими вот непонятными черной полоской. С вот этими вот черными точками на лапках и на хвостике. И мордочка. Я думаю, что это медвежонок. Ну, естественно, веревочка. Ну и осталось одно яйцо. Оно у нас тоже звонкое. И, наверное, здесь тоже кто-то без аксессуаров, скорее всего. Так что, если хотите крейзика с аксессуарами, ищите яйца более плотно набитые и, возможно, вообще не звенящие. Так, ну о, так, здесь еще одна новая серия. В шляпе кто-то. Так, это у нас серия с крейзиками, с картонными аксессуарами. И тут смотрите, какие веселые ребята. Диджей, товарищ в очках, брейкдансер, наверное, еще один товарищ на дискотеке в очках. И тот, что нам попался, какой-то танцор в шляпе. И давайте смотреть. Так, или это кот. Наверное, это кот с кривыми усами. И на него как-то крепится шляпа. Ну, давайте смотреть. Ну, кот, конечно, классный. У него суперское выражение лица, кривые усы. Фигурка у нас двухцветная, мордочка белая, само тело салатовое. И прилагается вот такая вот шляпа, которую надо вот эту вот выдавить, вот так вот отогнуть и надеть ему на рожки. Но я думаю, вы мне простите, я не буду этого делать, потому что я тупо не хочу портить игрушку свою. Но я думаю, суть и так понятна, и давайте подводить итоги. Ну и смотрите, какой улов там попался, и выводы у меня следующие. Я люблю крейзиков, но не стоят они 100 рублей. Цена меня не радует за эти игрушки, но сами крейзики мне нравятся. И давайте подведем итоги, что касается количества серий. Мне попалось 3 игрушки из одной серии, серии птичек, 2 игрушки из серии непонятными мне функциями. Кто понял, обязательно напишите в комментариях. И по одной игрушке из 3 еще дополнительных серий. То есть итого у нас получилось 5 серий. Но я думаю, что это не все серии. И кто знает точное количество серий крейзиков в этих джоях, напишите мне тоже в комментариях. Мне пока это безумно интересно, потому что я пока не понимаю масштаб трагедии, сколько мне игрушек собирать. То есть я, конечно, рада, что мне попались все разные игрушки, но то, что их так много, меня, конечно, разочаровывает. Ваши мысли обязательно тоже пишите в комментариях. Вообще, любите ли вы крейзиков? То, что стоят они бешеных денег, можно не писать, это и так всем понятно. И будете ли вы их собирать, несмотря на большую цену? Может быть, вы знаете тайные места, где они стоят дешевле? Или будем ждать каких-то акций, может быть, они подешевеют? Пока у меня улов хороший, без повторов, но как их собирать дальше, пока не знаю. Ну и на этом все. Будем заканчивать. Всем, кому понравилось видео, обязательно поддержите меня лайком. Я для вас очень стараюсь.
Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И до новых встреч. Всем пока!